Смотрите. Подтянул, пахтел. Sur le tapis numéro 3, Mireille est actuellement, qui a été trois fois champion du monde face à Gordon Israël. Et je tente d'encourager tous les champions présents pour le tournoi de Marie-Île-de-France, tous les combattants, s'il vous plaît. Très fort, les encouragements, merci. Tapis numéro 4, vainqueur, Zorzolieli, Géorgie. Maintenant, en ce moment, Luna, Zorzolieli, Georgia. Sur le tapis, Marais, France, Aliev, USA. En deux matchs, en ce moment, Marais, France, Aliev, USA. Я думаю, это вот после моего приезда через неделю. А, как? То есть это где-то 23-24. С 23-го уже уезжает. 23-го уже уезжает. Не, я 15. Сережа, как эту технологию немножко мне расскажи, как это происходит вообще? Ты берешь всю информацию, скидываешь ноутбук, а потом начинаешь разбираться, да? Да. И разбивать на директории. Вот создавать директории 48, да. Директории 52, а потом только скачивать напишущий на диск и сбрасывать. А ты какую-нибудь процедуру успеешь сделать здесь? Ну, здесь, не знаю, посмотрим. Ну, ты носителя освобождаешь, то есть ты вот в кассет переписываешь сразу? Да. Ты списываешь все или ты там уже редактируешь? Нет, но я все пишу, потому что я же все делаю. Потом я разбиваю. Нет, ты не понял. Ты убираешь команды в матеях, в джиме, скидываешь? Нет, команды. Все складки. Все. Да, если только там уже длинно они стоят, поезд завязывают, и это снято, тогда я это врезаю. Сколько человек работает? Если несколько человек работает, тогда да. Если несколько на работу, да? Ошиблись они.
Я не держал его. Я не ошибусь.